будешь давать каски, а коват кулаки. Так, там Жужин первый сбивает, да? Ангел второй. Стою просто. Какие проты у нас есть? Лёха. ДЦ. У нас два ДЦ. Мне нужно прот. Лёха. Что? Жужин первый сбивает, Ангел второй, да? Я на правице. Ты на правице, Ангел второй сбивает. Правильно. То есть Жужин сбиваешь первый каст, кольцо света, Ангел второй сбиваешь. Дай проверку. Кстати, я только заметил, ли у нас третьей ауры не было все время. Такая, оп, подрубил. Ничего не видели. Хреново. Сопроты перейдите там. Все, погнали. Все готовы, погнали. Аккуратно все делаем, чтобы все было заебись. Лови кого-то. Вон блоки, порты поставьте в точку. Это типа, чтоб перо там кидать нам? Зайдите, да, все просто. Да. Да. Ближе становитесь, босс. А хотя можете, да, с той стороны стоять, если там лучше еще не появляется. То есть под выход мобов, как мобов подвели, даете геро. Выбирай. Ага. Коника. Моба. Локи, уйди, Локи, уйди. Пиздоси. Слови. А ты кошу мне пробовал скидывать эту хуйню? Не скидывается. Череп пошел, Еру, да? Выбирай. А чё, звездочёт? Заберёшь? Баблись. Понял. Звездочёт так и будет в стороне? Подведи его, подведи сюда поближе. Монород! Монород! Далеко. Ставите его. Монород поймаю. Забирай. Забираешь? Не могу. Другой танк там. Есть СС. Давай. Бах, дайте кого. Джужа. Джунэлэн. Жунэл, выбеги. Забирай. Танки пропали все. Чуть-чуть сейчас не, дама... не додамажили, придется еще вот один щит сбивать. Забирай. Моба вышли. Я. Ловите. Никил, поймаешь? Да. Сразу луч прикрывайте, моба. Благодар. Нормально, да, поймал. Я спамил. Бат. Время просил. Ну там ты забрал не был. Войтен тебе провидит. Видел. Кольцо. Не сбегал. Стоун Тимон. Провидца. Неонекс. Забери. Метка, Неонекс. Лёв, бабы, не сейчас. Короче, пускай... Да.
Пускай, либо кто-то из престолов подрал. Резист бегает ловить, потому что нам и контролить ловить нет. Забирай. Я. Заберите. Ловить я. Другой. А. Палатор. Подними. А там рейд падает. Чё рейд ложится? А там Неонекс дебафов. Да он мне пинг, я писал ещё вначале. Охуенно. Меня чистаки даже хуйди подбивают. Короче, рейд ложится банально то, что я... Коника. Что кто-то не выносит, да? Я ношу ники вроде слышу. Лерус, отойди диван, да. У нас до хера людей полегло, потому что рога не вынем, да? Ну как бы... Сколько боссов сняли там? 30%. 30% сняли. Ебать его хильнуло. Ну на да, 20%, там, да. Если каст проходит, то там пиздец от хила. Как бы по контролю сейчас хорошо было. Ловить надо только либо пристам, либо резин. Да не, пристам не варик, урон постоянно идет, там перо спадет. Вот это левитация. Тут только магом. Тогда только резисту. Тридцать процентов снесли, да? Угу. Да. 30%. Давайте до 50% хотя бы снесли. Короче, Лёха, я тоже. Может быть, в 2DC попробуем. Настя будет приоритетно диспелить, как только будет дебафы, а я буду на этом. Надо хилить. Два шамана мне тянут. Короче, если снесем сейчас до 50%, сразу сделаю ура. А на следующем КД придем снесем. Подводите сразу двух мобов вместе. Чё вы их мусолите все там ставите? Короче, ваших, все в ваших руках. Хотите быстрее освободиться, 50% босса, все. Распускаю. Знак звездочета, не гнев, знак. Ну да. Причем, кстати, ребят, если кто прописывает в хилботе, я все-таки была права, с большой буквы, это важно. Сначала всегда надо с большой буквы прописывать. Именно второе слово с большой буквы, да. Наха. А Е через Ё или через Е? Хорош. Там останется всего лишь, если снесет 50%, в следующий раз, когда придем, останется всего лишь 20% снести, и будет last фаза. На 30? Да. Сантей, Мозер. Резист половишь тогда летунов? Вынеси себе прям на панель куда-нибудь, на клавишу, чтобы тыкать. Дай проверку еще раз. В принципе, рабочая система, так понимаю. Сантей готов? Надо больше ДПСа просто тоже. Ну, бля, да, согласен. Больше ДПСа легче жить. Всегда так. Ну и с этим ДПСом должно проходиться. По крайней мере, первая фаза. Второй не видел, не знают. Все, все готово. Все крик готовы. На ХП. Крик на ХП дается. Короче, по готовности поехали, СС кого-то выкиньте. КД СС у меня. Кто-нибудь другой закинь. Подбирай. Жужик.
уже. Мама. Ловите. Да, еще устал. Лёв, бабл сейчас. Вероде. Стоунти на 5 секунд. Доберите лучше. Смотри. Подведите его туда. На вот крестик. Народ подлучил. Коник, коник. Раз успели до купола этого. Блин, не забрался. Меня не убило, просто подброс. Даже жена, я понимаю, блядь. У него масса пойдет, на народ пойдет. Пока не надо. Не лучше справа. Я, yeah, ловите. Вы умрете сейчас. Вы откидываете по направлению к лучу. Самое, стунти крестик мой. Монород. Ой, Монород. Лёв. Народ. Сейф, Монород. Еще раз стунти, Монород. Буря. Все забираем. Заберите лучок. Пятнадцать секунд до коста. Забирай. 10 секунд. Нелик. Нелик, прохильте. Заберите лучше. Лучше заберите. Сейчас поймаю, некому уже. 16 стаков и так. Сейчас я поймаю, я поймаю. Не стесняйтесь, мобы. Лучше забирайте. Элбрил. Оба, Элбрил выйдет. Забери. Сейчас помру. Народ подлуч. Народ подлуч. Дайте сейф. Сжигайте. Мас, подними коват. Так.
Сильнее, череп. Сейчас заберу. Нет. Чернотролль. Ну, я уже занял, не знаю. 10 секунд до коста. Верьте. Сильнее крест. Ну сильнее, сильнее крест. Дайте я на рахи вам. Бля, да лорусы смените, я сейчас сдохну. Больно. Стаунтима народ на 80 секунд. Сантей. Как-то странно с костами. Типа, либо каст, либо щит. Тихо. Луч там берите, у кого стака. Да, тотем на ману, гим. Кто-то. У кого стаков нет? Смотрите сами. У кого 10 плюс там собирайте тоже, да, 15. Мобы. Парада. Нужно подойти поближе. Дай мастак. Кто держит крестик немножко, вот его провесь, мстите. Все, уже не надо. Хават. Хават выйдет. Это... Сюда на рейде. Забери, да, монород, забери этого петуха. Сейвы дайте. Захилится. 5-10 секунд до коста. Нихуя, не угадал. Вот таунчу сейчас. Этот. А, ты встал? Забираю. Я вешу по 5 секунд просто. Сейчас поставлю. Там халат выйдет, просто лайк. Подожди, да, а чё, блядь? Это побьём до фазы, не успеем? Давай, может, добьём здесь. Ебать, тут попадали все, ну чё. Там дохуя урона порезают. Ну так, конечно, не вынесли метку. Ну, халат, добавь. Я вынес. Короче, ясно. Ну, в принципе, если вот сейчас все вместе как стоят и нет вот этого дебафа и нету кольца от жреца, то хилить там особо нечего по рейду. То есть можно и больше стаков набирать. Можно и по 15 спокойно. Ну как тебе сказать, нечего хилить? Ну, это просто, блядь, ты не замечаешь, дело, что хилы потеют, как сыли. А ты хила понюхай. Не, на самом деле, кстати, возможно, что вот эту невынесенную метку. Она сколько висит-то, кстати, невынесенная метка? Я сейчас слагал 3 раза, секунд по 5, по 6 зависал просто. Я тоже лагала очень. Так сколько висит? Минута. Охуеть, минута. Не, минуту мы выживать не будем. Вообще. Да-да-да. Че, Леха, рыва, все? Да, все. Блять, хоть немножко бы поменьше бы висела. Это параша, она прохиливается в целом, есть, ну, сейвами, в смысле. Но там сейвов, за минуту 120 тысяч по одной цели. Просто а их надо много, следить за этой меткой. Да, метку просто выносить. С меткой самое главное. А вот мобы вообще легко. Как бы мы с монородом там меняемся просто и все, блядь. Хуйня это не минуту висит, а 8 секунд всего лишь. Там вообще похуй. Я себе эту метку сделал. Может, еще один пул попробуем? Может, убьем? Вторая фаза есть. Для вторую фазу хочется. Для первого раза, придя на босса, нормально. Для первого раза уже есть свои продвижения.
Все, первую фазу мы полностью, в принципе, знаем. Короче, на следующей неделе идем тупо херачим вторую. Ну-ка, что там по полученному урону? А, ну да, нихуево. Там это из-за травмы, да? А монород на 10-м месте. 10% до фазы хватило, ну, блядь, в принципе. Ну, там просто, если метку вынесли, там на танков тоже бросает скалат. И это самое хуёвое. Да, монород, я понял, что вечер. То есть это как раз и надо страховать, то есть вы должны просто говорить, и потом станете босса, блядь. Так, ну все, ладно, все хуйня. Я что думал, что если делать так, чтобы провидца подталкивали к жрецу? Пока он, а то он очень слишком долго бежит, и вот такой тебя уешка. Фарт, начислил по полтора. А мобы, что вы, это, большая проблема их бить одновременно, что ли? Мульти доводит. Их, видишь, подводят долго. Типа он пока добежит. Не, не вот знаю, они, нет, понимаешь, сохранить? Они стояли и вместе, так. Они стояли под боссом, блядь. Почему сливается один быстрее, а второй вообще не бьется, блядь? Они же должны потому как-то, блядь... Да потому что там абсорб щит на одном, абсорб, на 300 косарей. Там 300 тысяч у него абсорб, но он хотя бы будет подбивать. Ну, там, блядь, там нихуя не 400 тысяч, там может и больше. Ну, хуй его знает. Короче, можно либо совой, либо, не знаю, еще там фаермагом, элемом подходить просто и подталкивать его. Это будет короче, гораздо быстрее, понятно. Чем он интересно, будет. Что на последней фазе. Но это опять фаза... же. Но опять же, это не предусматривает, как бы, блядь. Я уверен на все 100%, что вот эта хуйня типа откидывания, она не должна предусматриваться. Мне тоже так кажется. Да не, ну бред, ну как так? Если бы она не предусматривалась, как ты будешь это выживать? Это же вообще пиздец. Это его отводить. Да куда отворачиваться, а буря как? Буря сбивается, всё, если щит снять. Типа, щит всё снимаешь, блядь, как блядь. На келе в обычке. Щит снял и сбил. Да все равно, ебанись, блядь, сколько ты дамага потеряешь. Надо как-то посчитать. Короче, вот, когда он наложит щит, и мы начнем в него вливаться... сбросить рекаунт в ноль и посчитать, сколько в него дамага войдет. И это, Фарада, ЕПшку дашь, нет? А, я даю, да. Вы лучше решите, когда на танков вешается, что вы собираетесь делать в этот момент. Это как-то да не комфортно. Да нет, чё, там просто он отбежал и все. Если что, я там воду проносил, будет затаунтик, ничего сложного. Ну да, это должен третий танк просто забирать. Угу. У нас 4 танка вообще, блин, напрягаем. Ну, или монород поставил, нажмал. А, кстати, что там по стакам у тебя было? Совсем все плохо или нормально? Ну, просто мы не упрёмся в версу. Если бы метку не вынес. Там было, наверное, стаков 7. А когда фаза-то будет? На, через 10%, на 30. О, ну так нормально, если бы мы дожили, мы бы... А что там, весь рейд уже был, нет, в этой хуйне? Ну, у кого-то 10, у кого-то уже 15. Не 11 было. Ну, были сейчас... люди, кто еще мог подержать, там, гуляли? От 10 до 15. Ну, по-любому, сам по 15. Да я 15 дать. Секунд пролагал, давай, по 3 раза меня за это... У меня тоже, экран да, просто картинка. Зависал. Картинка. Я вот сейчас скинул рекаунт по этому, по ХПС. Получается от Т5 первое-второе место от колодца и малый круг исцеления нахилили больше всего. Кстати, меня там один раз маги бросили. Нормально починили. Маги бросили, кинули мне перо. Меня подбросило, я приземлился, я не умер. Меня что-то там подхилили вроде, и все. Ну ты рога, блядь, почему ты не умер? Ты рога, наверное. Так там большая высота, там хоть панда рога, все равно умерешь. Нет. Ну кошак может тоже спокойно упасть.